уважаемые выпускники школ 2021 года и, соответственно, их родители. В 2021 году межмуниципальный отдел МВД России Буйский имеет возможность направить на очное обучение высшее учебное заведение системы МВД города Москвы, города Санкт-Петербурга, Белгорода или Рязани выпускников 11 классов, как школ города, так и школ Буйского муниципального района. Тех выпускников, которые способны по своим личным, морально-деловым качествам, физической подготовке, по состоянию здоровья служить в дальнейшем в органах внутренних дел. Какие приоритеты имеются для выпускников, которые поступили в вузы МВД? Те выпускники, которые поступили в образовательное заведение системы МВД, зачисляются в штат ОМВД России по Костромской области на должность курсанта с присвоением специального звания либо рядового, либо младшего начальствующего состава. То есть с момента поступления их в высшее учебное заведение у них уже начинается отсчет трудового стажа. Дальше. Выпускников, студентов вузов МВД обеспечены бесплатным питанием, обмундированием и проживанием в общежитии, которое соответствует вузу, в котором они учатся. В настоящее время достаточно большое количество поступает заявок, приходят на собеседование к нам, узнают ту информацию, которая им интересна. Количество мест ограничено, поэтому, если вам интересна данная информация, если вы после 11 классов хотите поступить в вуз МВД, и у вас для этого есть все необходимые морально-деловые качества, нет по состоянию здоровья каких-то проблем, тогда вам необходимо обратиться в отдел кадров межмуниципального отдела МВД России Буйский по телефону 4-28-76 или по телефону 8-905-150-91-05. Наш отдел кадров отдела полиции расположен по адресу город Буй, 10-я годовщина, дом 17, кабинет 234. Приходите для поступления в вузы МВД. Уважаемые жители города Буя и Буйского муниципального района, межмуниципальный отдел МВД России Буйский в настоящее время имеет возможность принять на службу граждан по следующим категориям. Со средним образованием 11 классов на должность полицейских патрульно-постовой службы, полицейских водителей, полицейских кинологов. Со средним профессиональным и высшим образованием на должности офицерского состава. Это инспекторов подразделений межмуниципального отдела, оперуполномоченных отдела уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, инспекторов дорожно-патрульной службы, следователей. Необходимо только высшее юридическое образование. Требования, которые предъявляются кандидатам на службу, это гражданство Российской Федерации, возраст от 18 до 40 лет, служба в армии для мужчин и отсутствие судимости и привлечение к административной ответственности. Сотрудникам полиции предоставляется достойная заработная плата, обеспечение вещевым имуществом, оплачиваемый отпуск 40 дней, дополнительные отпуска в зависимости от стажа службы, возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, а также получение высшего образования, бесплатного высшего образования в вузах системы МВД. За интересующей вас информацией необходимо обратиться в отдел кадров межмуниципального отдела по адресу город Буй, улица 10-я годовщина, дом 17, кабинет 234 или по телефону 4-28-76 или 8-905-150-91-05.